Меня интересует сегодня, как объединять людей, которых они 30 лет разделяли. Нас разделяли по языковому принципу, по национальности. Потом нас начали делить одни унионисты, вторые евроинтеграция, третий таможенный союз. А меня сегодня интересует, например, добиться в течение 4 лет с момента, как стану президентом. Знаете, что объединит всех граждан? И проевропейских, и пророссийских. Если Молдова через 4 года войдет в Шенген. Чтобы вы знали, есть тысячи условий для того, чтобы вступить, стать членом ЕС, но в десятки раз меньше условий для того, чтобы сегодня Молдова вступила в Шенген. Сегодня есть не только Швейцария, а есть некоторые другие страны на европейском континенте, которые не просились в ЕС, до сих пор не стали членами Евросоюза, но у них нет границы, физической границы. На границе я хочу, чтобы наши люди ездили отдыхать, зарабатывать деньги, работать. Вот какие задачи себе надо ставить, понимаете? Потому что сегодня это является реальным. То есть сегодня нужно обеспечение безопасности на границах, закончить производить по подвалам водку, сигареты, покончить с оргпреступностью. А не все то. То есть для этого не нужно продвигать гей-парады, как это делают некоторые правые, да? То есть это к Шенгену не имеет сегодня никакого отношения. И те западные ценности, которые сегодня не подходят многим гражданам Молдовы, их нет как условия. Потому что вступить в Шенген, ты должен быть страной с сильной безопасностью. И вот это, например, для меня это ключевая задача, чего буду четко добиваться. Готовлю там экспертную группу для того, чтобы реально начинать двигаться в этом направлении. Потому что людям нужны результаты, а не какие-то морковки через 10 лет.